идем гуляем на площадку. Идем. Вот специальная площадка тут. Идем на площадку. Тут справа гора, это дорожка. Дорога, которая ведет нас в Вио-Себасо. Дальше. Мы идем на площадку. Вокруг такие кипарисы, то ли что-то такое, какие-то пины, какие-то хвойные деревья. И вот сейчас покажется площадка. Вот она. Там дальше мостик до перехода на нее. Вот. Но мы, как колхозники, обычно переходим по камушкам через речку, чтобы вокруг не обходить. Хотя там вполне оборудованный, хороший, там желтый мостик виднеется вдали. Вот. Не знаю, пойдем мы сегодня на него или будем скакать, как люди, по камням. Такая красота, погода хорошая, 28 градусов. Было даже 32, но мы под вечер выбрались погулять, чтобы было не так жарко. Мы такие прошли по мосту, не как колхозники сегодня. Вот так вокруг тут растут пины или сосны. Какие-то хвойные, в общем. Вот площадка. Ну, наверное, возвращаться-то мы будем как колхозники через речку. Сейчас немножко здесь мы погуляем.